как течет жизнь и как меняется Крымское село. Речка. Вы не представляете, какой здесь стоит запах. Куда я попал? Держите меня трое, а то я здесь останусь. Неужели это похоже на село? Или это какой-то город? Всем привет, наши дорогие любители Крыма. И путешествий. И наше путешествие по сельскому Крыму, по необычному Крыму вместе с вами продолжается. В данный момент мы находимся в селе Красногвардейское. Это не то Красногвардейское, которое вы смотрели недавно. Это село Красногвардейское Советского района. Основано оно в 1860 году. И называлось оно Нейцюрхиталь. Здесь поселились немецкие поселенцы. Погнали смотреть. Села Крыма в данный момент очень сильно развиваются. Делают дороги, делают автомобильные дороги. И даже в этом селе сделана автомобильная дорога. Также здесь сделана аллея истории. Ну, мы давайте вместе с вами сначала пройдемся туда, выключим камеру, чтобы солнышко вам не светило, не было засвета. А потом будем идти обратно и всем рассказывать и показывать. Аллея истории плавно перешла в аллею славы. И в данный момент мы находимся на аллее славы. Память Великой Отечественной войны. Да, вечного огня нет. Но смотрите, ребята, как классно все сделано. Высажены деревья, березки. Высажены кусты роз, лаванда. Ирочкина любимая лаванда. Также информационные стенды о памяти защитников нашей страны. Освещение. Ну, классно. Действительно, очень и очень хорошо. Мне здесь нравится. Посредине сделаны вот такие вот конструкции, чтобы в них стояли цветы в вазонах. Клумбы, да. Классно, очень классно, ребята, молодцы, постарались. Также вот такая инсталляция, значит, звезды, все это подсвечивается вечером. Мне здесь нравится, как я сказал, делаются автомобильные дороги в этом селе. Ну, в данный момент это создает трудности для передвижения на личном автотранспорте. Ну, супер, Ирочка. Вы не представляете, какой здесь стоит запах. Непередаваемо, запах смешан лаванда, розы. Это классно. Ирочка, когда мы шли, сказала, что даже не везде, не в каждом городе такие аллеи есть. Давайте немножко выключимся, потому что это четвертое видео сегодня, и памяти на камере уже очень мало, ребята. Сегодня видео будет не о том, как живут люди в Крымском селе, а о том, как развивается Крымское село. Люди здесь живут как в частных одноэтажных домах, также здесь присутствуют и двухэтажные строения. Ну, действительно, это достаточно немаленькое село. Вот с одной стороны мы видим двухэтажные дома, а с другой стороны частный сектор, одноэтажные дома. Ленинградская акация высажена. И аллея славы переросла в аллею истории. Ребята, классная, вот классная конструкция, оцените, ну супер. Также сделаны две лавочки такие. Красивые цветы, красивейшие цветочки, смотрите. Как классно. Ну, супер, мне здесь нравится, жду от вас комментариев, видели вы в селах где-нибудь такие аллеи красивые или нет, или для вас это в новинку. Ну, действительно, это настоящий Цюрих в Крыму, это классно. И вот она, аллея истории, значит, инсталляции такие, фотографии, как все это строилось, как все это делалось, вот как проходила реконструкция, как укладывалась плиточка. То есть все это для жителей сохранили, все это, ну, кто живет в этом селе, они знают, в каком состоянии эта аллея была. И я думаю, она была не в лучшем виде. Ну, примерно вот так выглядел памятник, который в самом начале аллеи. Примерно вот так все это выглядело, ребятки. А дальше в самом начале аллеи есть вот такой постамент с красной пятиконечной звездой. И красивая арочка, написано «Аллея истории». Да, конечно, не во всех квартирах в этом двухэтажном здании живут люди. Я вижу, вот окна балкона и квартир зияют такими провалами без стекол. Люди отсюда уехали, некоторые покинули это место. Ну, к большому сожалению, это так. А теперь давайте вместе с вами прогуляемся по центру этого поселка или села. Как будет правильно? Числится как село, но возможно это поселок, потому что достаточно большое поселение. Здесь есть продуктовые магазины, магазин Айше, различные другие магазины. С той стороны есть мини-рыночек, где люди приходят, кто-то продает, кто-то покупает продукты. Также хот-доги, хот-дог детский французский написано, шаурма, ну, вот магазин, рыба, полуфабрикаты. Ну, мы же вместе с вами сюда приехали не смотреть, какие здесь магазины, а смотреть, как все изменилось, как течет жизнь и как меняется Крымское село. Ребята, ну классно, мы идем, вот смотрите, в данный момент мы идем по автомобильной части,
Ну супер, розочки, юки растут. Вот это вот классное здание такое. Не знаю, это кафе, бар может быть. Скорее всего кафе, да. В данный момент, по-моему, все это закрыто. Бар, да, написано бар. Так что люди приходят в бар. О, курочки пасутся с петушками. Село. На травочке, да, село, ребята. И также есть памятник, не знаю кому, ну, наверное, воинам-освободителям. То есть классно сделано здесь. Супер. Ух, елки, а там вообще еще красота такая. Дальше красота. Да, это памятник воинам-освободителям. Здесь есть. Надписи, правда, никакой нет, но сразу видно. Солдат, матрос и партизан. Красиво, освещение присутствует. Значит, указатели, какая улица, где находится, присутствуют. Подошли, не знаю, что здесь такое. Может, административное здание, может, какой-то дом культуры. Ну, сквер, супер, ребятки. Это классно. Вот неужели в селах так делают? Смотрите, как меняются села Крыма. Зелени, много зелени. Такие лавочки, детские уголки. Вообще, это целый детский парк. Зелено, очень много зелени, все освещено. Ну, классно, конечно, классно. А вот там дальше под навесом тренажеры стоят. То есть сюда можно приходить взрослым с детьми, пока дети здесь балуются, катаются на детских горках. Родители могут позаниматься спортом. И там дальше лавочки. Позанимался спортом, устал, присел, отдохнул. Мы видим, что это место очень пользуется спросом у детей и родителей. Дети катаются, родители сидят, отдыхают. Есть также часть МЧС, ребята, что немаловажно. И вот они, тренажеры. Классно, конечно, супер. Мне здесь уже нравится. Да, вот такие инсталляции. Это велопарковка, на велике приехал, поставил. Теннисный стол, значит, борьба на руках. Армрестлинг. Супер. Конечно, вот только посмотрите. Ирочка все фотографирует для телеграм-канала. Я обалдела. В телеграм-канале кто подписан, все видит первым. Первым, да. Идем дальше, гуляем дальше. Ребятки, немножко будет засвет от солнышка. Скейт-парк. Сцена. Елки. Вообще, куда мы попали, ребята? Куда я попал? Держите меня трое, а то я здесь останусь. Ну классно, конечно, ребята. Скейт-площадка, сцена, летний кинотеатр, концертный зал, извините, я заговариваюсь от того, что я в шоке. Класс, вот это вот так вот меняются крымские села. Да, ребятки. Это советский район Крыма, ребята, это советский район Крыма, напоминаю. Это село Красногвардейское. Неужели это похоже на село? Или это какой-то город? Здесь дети останутся, детей очень много. Классно. Здесь действительно, ребята, отсюда навряд ли кто-то будет уезжать. И здесь есть еще одна классная вещь. Вы только посмотрите, как великолепно сделано все для детей. Вот такие горки, лазилки. Ну, классно, конечно. Супер. Хочу обратить внимание, что возле этого парка есть бесплатный туалет. То есть не нужно родителям где-то с детьми бегать по кустам. Туалет действительно есть. Ира пошла проверить чистоту. Идеально чисто. Чисто. Она говорит, идеально чисто. Хочется обратить ваше внимание, что смотрите, как красиво сделаны придомовые территории. Все с любовью, все с умом. Огородики чистенькие, заборчики, калиточки покрашены. Классно, чистота и порядок. И мы заходим в сквер Победы, скорее всего, так понимаю, это сквер Победы. Памяти героев фронта и тыла. Сделано классно. Освещение. Ребята, ну, здесь громко говорить не хочется. Потому что вот это место, оно знаковое, оно памятное. Действительно, это супер. И как только мы посмотрим вот это место, пойдем, рядышком есть еще одно великолепное место. Памяти героев фронта и тыла. Памятник детям войны. И также на стелах фамилии, я так подразумеваю, односельчан, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Так что, ребята, память должна вечно жить в наших сердцах. А чуть дальше есть великолепная территория. Идем туда. И вот оно, это великолепное место. Это небольшой сквер или аллея влюбленных.
Ну, класс, смотрите, как все сделано с любовью. Много зелени. Вот такая качелька красивая. Очень много зелени, кусты роз. Ребята, поздняя осень, а в Крыму вот такие розочки. Супер, красота. Красногвардейская Советского района рулит. Вот такая классная лавочка. Дерево влюбленных, замочки цепляют. Я так думаю, свадьбы сюда приезжают. И вот такой небольшой прудик с мостиком, где, наверное, делают молодожены свои фотографии. Вот он, прудик. Черепашек я, правда, здесь не вижу. Скоро зима. Да, скоро зима. Возможно, их выловили и унесли по домам. И вот он, мостик, ребята. Классно. Просто супер. Просто великолепно. И находясь в этом прекрасном сквере влюбленных, мы стоим на мостике для влюбленных, где делают молодожены свои фотки. Красивые виды. Мы клянемся в любви и верности друг другу. И также клянемся в любви и верности вам, дорогие наши подписчики. Всегда оставайтесь с нами. Всегда да. Смотрите наши видео. Надеюсь, это взаимно. Да. Надеюсь, вам это видео понравилось. Мы сами в легком, приятном шоке да. от этого села. Насим, не смеем вас задерживать. Видео, конечно, короткое вышло. Но до встречи в следующих выпусках.